Илье Муромцу, Добрыне Никитичу и Алёше Поповичу за верную службу дали 6 монет. 3 золотые и 3 серебряные монеты. Каждому достались по 2 монеты. Илья Муромец не знает, какие монеты достались Добрыне, а какие Алёше, но знает, какие монеты достались ему самому. Придумайте вопрос, на который Илья Муромец ответит «да», «нет» или «не знаю», и по ответу на который вы сможете понять, какие монеты ему достались. Да. Ценность 2 монет у Добрыни Никитыча, у Добрыни, больше, чем у тебя? Если у него 2 золотые. Вы собираетесь спросить? Стоимость монет у Никиты больше? То есть подходит журналист и спрашивает. Уважаемый богатырь, уважаемый Илья Муромец, скажите, пожалуйста, вам дали больше, чем вот этому, да? Да. И показывает пальцем на Добрыню Никитича. Так хочешь? Хорошо, давайте обсуждать. Если Илья Муромец получил 2 золотые монеты, что он тогда скажет? Да. 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 Если он получил 2 серебряные. Нет. А если он получил серебряную и золотую? Не знаю. Не знаю.